бедно достичь, но сын их больше не вернется и не приедет на гостей. Плачет мать старушка, махнет слезу рукой отец, и молодая не узнает, какой у парня был конец. И молодая не узнает, какой танкиста был конец. Да, вот мы выполнили. А это не все. Мы выполнили. Будет карточка пылиться, на стопке пожелтевших книг. Военной форме при погонах, но ей уж больше не жених. Танкистской форме при погонах, и ей он больше не жених. Жесть. Странный Сережин каприз был выполнен. Капец, это плюс или капец, это минус? Странная песня, самая странная, да, которую, да, я знаю. Ее, у нас, на нашей свадьбе за эту песню Боря, этот, выиграл. Боря Балалаев выиграл торт. Да, тоже не пел. Это на видео. Это старинная русская свадебная песня. Кстати, я Боря вчера вспоминала, а сегодня Боря мне не хватает. Да. Ну, они там отсоединились. Ну, Сергей, она как-то сидит, давайте мы споем. Все правильно. Почему? Какие значения? Мы берем танк, бахаем, все. Да. А потом каркас руками поднимают. Простите, башенные орудия, это же... На кораблях. Да, я говорю, это же корабельное... Да. Формулировка неправильная. Нет, ну у танка тоже башня же есть. Т-26, о шести башнях, если кто помнит. Да, Т-26. Вот и все. Тут даже не вопрос. Монстр, кстати, который... Никакой. Я, кстати, никогда не понимала, да, про башню. Немцы ходили, смеялись, подбивали их. А вот машина, этот большой шипашник, как его, с Кировым связан. КВ. Вот, ну, КВ-1. Вот тот страх им наделал. Каким, кстати, не каким с Кировым, Кировым, а Климун Ворошилов. Да. Да. Но на Кирова выпускали на заводе имени Кирова. В этом. Это у меня просто в Питере, в Питере. Это ж Кировский завод выпускал. Танк хороший. Как много было снаряда? Боялись. Ну, потому что тяжелый танк. И болванка не брала, кстати. Не брала. Снаряд. Танк дурацкий. Т-3, Т-4. Володь, время жизни танка в бою 2 часа. Как на меня это бред. Иногда короче. Как на меня это бред, вообще пускать танк. По-моему, 60 километров пробег максимум. Нет. Ну, да, ну, если время жизни 2 часа. Так эти ковали. Это как я люблю дома пельмени, говорю, я их дольше люблю, чем вы едите, поэтому не нужно. Не, ну пельмени это вообще такая вещь. Все. И танки то же самое. Их надо лепить много и замораживать.